Хорошего дня, у кого день, и, возможно, у кого-то утро, тому хорошего утра. Меня зовут Анна Гришенкова, и я сегодня ваш спикер на канале. Тема у нас сегодня «Стильные дизайны на короткие ногти». Был такой запрос от мастеров, от девочек, и решили сделать дизайны именно на короткие ногти, потому что да, на более длинные типсы я показывала последние несколько эфиров и соскучились уже по тому, чтобы посмотреть что-нибудь на более стандартной длине, которая у вас наиболее часто встречается в салонном обслуживании, в ежедневной работе. Поэтому думаю, что сегодня будет очень актуально и очень интересно. Итак, что я сегодня для вас приготовила? Девочки, сегодня будет эфир любви. Мы будем делать любовную любовь в разных интерпретациях. И, конечно же, она будет у нас не только романтичной, но и стильной. Да, будем делать стильную любовь. У меня также был запрос на то, чтобы показать, как пишутся неоновые надписи, имитация неоновых надписей. Поэтому сегодня любовь будет и неоновая. Любовь будет графичная и любовь будет объемная. Вот такая будет неоновая, графичная и объемная любовь. Итак, я приготовила уже заранее три фона. И мы в основном мы сегодня с вами поработаем коллекцией Soulful Morning, так что, потому что она у нас очень такая прямо нежная, перенежная, такая прямо вся конфетная и сладенькая. Поэтому к любовной любви, я думаю, будет самое то. Первое, что я сделаю, это на типсике с белым фоном. На типсике с белым фоном. Я... Добрый день! Добрый день! Мне очень приятно, что вы в эфире. Я покрою широкими мазками разноцветными. Сделаю дополнение к этому фону. Смотрите, какие цвета буду брать. Буду брать розовый, голубой, так как они при смешении дают нам сиреневый. Широкими, прям вот такими мазками, смелыми. Будем наносить цвет за цветом. Здравствуйте, очень приятно, что вы тоже в эфире. На черном фоне мы будем делать неоновую любовь. Будем писать с вами неоновую надпись. Так, девчонки, куда-то... Ага, все. Извиняюсь, кисточку оставила, пока шла к столу. Свою любимую 5.0 оставила на другой полочке. Вот это ноготули. Да, это мои новые ноготули. Ой, я так кайфанула, когда их делала, девчат, вы себе просто не представляете. Я так давно хотела сделать этот дизайн. Я его показывала. Если вы на канале тусите здесь, на YouTube, посмотрите, вот в такой интерпретации показывала. Да, цвета очень красивые, цвета это как раз Soulful Morning, частично вот то, что светлое, а то, что потемнее, это из осенней коллекции. Поэтому, если порыскаете, обязательно поэтапно найдете. Так, что делаем с неоновым? К неоновому мы берем с вами эмпасту. Эмпасту я возьму белый рафинат, она мне сейчас понадобится. И я просто намечу сначала, потому что мы это все будем отрисовывать уже начисто поверх топа. Поэтому сейчас нужно только наметить, где у нас будет наша надпись. Я думаю, что она будет где-то у меня, наверное... Вот так вот сбоку идти. Я просто намечу, где она у меня будет проходить. Пока вообще небрежно, не стараясь.
Но мне нужно очень знать, где у меня будут эти буковки. Любовь. Будем писать сегодня, везде у нас будет любовь. Вот примерно так. Наметили быстренько и в лампу. Так, здесь мы делаем с вами еще один мазок. Берем голубой. Вот смотрите, чтобы такие шарки получились от ворса, вам нужно кисточку из флакончика взять практически сухую. Тогда она потом уже, сначала вы облокотитесь, она даст мазок, а потом в перспективе она даст вот такие вот полосочки. Угу, сушим. Для неоновой любви мы мешаем с вами микс. Я возьму Velvet Top Gel. Вельвет топ капельку. И нам нужно с вами помешать Вельвет топ гель и белый рафинат, чтобы получились, знаете, такие беленькие сопельки. Я их называю. Беленькие сопельки. Они потом будут как раз эффект свечения делать нам. Сейчас вам типсик покажу, сделанный уже, да, то есть вот, когда вы намечаете, вот именно вот этот вот полупрозрачный свет от самого главного элемента свечения дает вот эти, дают белые сопельки. Намешали. И пишем, причем вот здесь не надо мельчить сильно. То есть у вас должна быть надпись такая жирноватая. Да, видите, вот это потом будет все свечением как раз неоновым. На самом деле техника не такая новая, но, возможно, она забыта. А сейчас неоновые тона, все оттенки, они будут очень актуальны. Поэтому достаем все, что есть неоновое. Ну, вообще, летом, как правило, уже близится. И, как правило, там часто спрашивают неоновые. Хочется всем яркости, все-таки лето ассоциируется у многих тоже с чем-то ярким, с ярким солнышком, с яркими впечатлениями. И вот так жирненько, жирненько пишем. Такая у нас будет надпись, знаете, как Coca-Cola. Только любовь. Угу. Сушим. Здесь продолжаем мазюкать. Берем желтенький. Он нам придаст такую живость всему этому. Еще. Делаем тоже мазочки, и можно сразу же тоже еще зелененьким где-то мазнуть чуть-чуть. Угу, и тоже сушим. Подзастыло у нас все. С Velvet топом можно очень быстро начинать дальше работать. Он, конечно, высыхает не сразу, он высыхает где-то за 2 минуты до конца окончательно. Но вот чтобы по нему уже можно было рисовать, можно практически сразу.
И теперь уже хорошенечко обводим. Тоже можно не очень тоненько. Прорисовываем белой такую сердцевину. Нашей надписи. Как раз саму неоновую вот эту ленту. Стараемся попадать белым в середину нашего свечения. Чтобы был эффект, как будто свет равномерно отходит от самой неоновой ленты. Угу. И сушим. То, что это рисуется на черном, очень круто, потому что... Так, сюда можно еще бахнуть сиреневенького, думаю. Только надо прям совсем сухой кисточкой, чтобы вот так вот шаркнуть. Вот, хорошо, легло. Все, нашаркали, досушиваем. На черном фоне очень быстро делать такую неоновую штуку, потому что вы потом будете сейчас перекрывать, и даже если вы перекроете немножко небрежно, это будет нормально. Ну, то есть на черном не будет неоново видно. Мы берем витражную гель-краску, гель-лак, да, гель-краска, ну, это один и тот же продукт, только раньше был во флакончиках, теперь в баночках, потому что из баночки его полегче доставать. Сейчас, секунду. И берем мазковую кисточку и прямо закрашиваем сверху все, что мы сделали. Вот видите, на черном фоне розовый пропадает, поэтому можно прямо смело наносить. Витраж на черном практически незаметен. Ну, конечно, без фанатизма, да, все равно мы помним, что у нас должно быть аккуратненько все. Да, советую все равно краешки немножечко подтирать. Чтобы мазни никакой не было. Прямо сухой кисточкой я пройдусь, излишки уберу и в лампу. Так, что делаем с этим? Здесь перекрываем Velvet Top гель, чтобы стала поверхность матовой. И будем тоже делать графичную любовь. Там у нас неоновая любовь, здесь будет графичная любовь. Перекрыли можно не очень толсто, потому что мы будем перекрывать еще раз. И в лампу тоже отправляем. Вот этот типсик надо подольше посушить. Velvet Top без остаточной липкости высыхает. Но все равно для дальнейшей работы нам нужно будет протереть липкость дополнительно. Сейчас расскажу почему. Теклосом перекрываем неоновую надпись. Он у нас тоже без остаточной липкости.
Все светится. Можно с легким выравниванием это сделать. И в лампу. Так, что мы будем делать с объемной любовью? Здесь я покрыла оттенком Мадемуазель из коллекции Габриэль уже заранее. И намешаем материал для того, чтобы выложить объемную любовь. Объемный материал мы будем с вами мешать из Gemti Clear. Это прозрачный материал, он без остаточной липкости. Им очень классно выделять какие-то моменты, которые у вас будут объемные. В данном случае у меня будут объемные буквы. Объемные буквы. И я Gemti помешаю также с белым рафинадом. С импастой белый рафинад. Чтобы мои объемные буквы были светленькими. Но они у меня будут потом цветными. Просто мне не нужно, например, мешать с черным или намешивать каждого цвета отдельно. А белый, он отлично подходит как подложка. Поэтому можно просто белый сделать, девочки. Так. Берем. И тоже сначала можно наметить, где у вас будут буквы. У меня вот здесь вот будет буква ЛО, а внизу ВЕ. Сначала просто наметим, чтобы они равномерно... Причем я О сделаю сердечком. О, классно, да, точно. О сделаю сердечком. Вот сделаю сердечком. И вот здесь будет у меня ВЕ. Зачем я намечаю? Перед тем, как окончательно делать, чтобы я понимала, где мне, может быть, увеличить объем, да, где уменьшить. Потому что мне хочется, чтобы это располагалось посередине. И чтобы со всех сторон было примерно одинаково. И когда я понимаю, что расположение мне нравится, возможно, я бы что-нибудь подтерла, если бы мне не понравилось, да? Подвигала какой-нибудь из буквок. Я уже выкладываю объем. Стараюсь равномерно делать полосочки, чтобы они не были какая-то выше, какая-то ниже. И по ситуации ситуативно просушиваем. То есть, если вы, например, на другом оттенке делаете, и у вас жирная липкость, то, возможно, у вас где-то может подплыть. И промежуточно вам надо прихватить это все в лампе, чтобы было, ну, почетче. Можно, кстати говоря, делать эту надпись уже сверху на топовом, на защитном покрытии, как барельеф. Угу, сушим. Так. Знаете, я хочу еще раз покрыть текласы, потому что я без выравнивания покрывала, и у меня немножечко типсик неровненький, а я хочу, чтобы он у меня был ровненький, гладенький. Промазал просто быстренько. Угу. И прям вот немножко положу капельку, чтобы подвыровнять. Угу. Сейчас там кисточкой за кадром еще немножко подтяну.
Лампа. Так, дальше выкладываем. В. Я все делаю линеарный 5-0. Сейчас мы с вами еще доделаем и в конце посмотрим, с чем можно сочетать такие варианты на соседних ногтях. Тоже я очень люблю выставлять такие сеты из дизайнов, чтобы понимать, что можно расположить на соседнем ногте. Ну, смотрите, забегая вперед, могу сказать, что, конечно же, 7 бед, 1 ответ, однотонное покрытие, да? То есть, если вы не знаете, с чем сочетать, вы можете сочетать просто с однотонным покрытием. Угу, сушим. Также является универсальным компаньоном к любым дизайнам градиент и френч. Так, у нас без остаточной липкости топ, но я для этой техники дополнительно протираю все равно, потому что для нее любая остаточная липкость, даже микроскопическая, губительна. Почему губительна? Потому что мы будем сейчас с вами пользоваться лайнером или линером, да, кто как называет. Это мой обожаемый вообще инструмент для дизайна, который я использую очень часто. И мы будем им писать надписи. Будут надписи. Love, например, love you, да, там можно так вот, то есть все заполняем вот такими вот буквами. Латинскими. With love. Это строчка из Beatles. All we need is love. Все, что нам нужно, это любовь. Можно что-то свое придумать. Можно тут, например, сердечко нарисовать. Какие-то небольшие орнаменты пустить. Можно, например, знак вопроса.
Да, и вот так вот все заполняем буковками. Что тут можно еще? Можно просто какие-то такие штучки. Можно просто вот такие полукружочки, чтобы это было как сплошная такая надпись. И я думаю, что смотрится очень по-летнему, делается очень быстро. Просто я сейчас что-то так, знаете, еще располагать, как думала. Но на самом деле можно прямо ляпать любые буквы, и все будет окей. Можно, конечно, шмякнуть штамп, но тут, знаете, вообще клиент всегда в таком приятном шоке, как вы это сделали. У меня, например, очень всегда хорошие такие эмоции испытывают. Такие, что так можно было, Аня? Просто ручкой. Да, так можно, просто ручкой. Так, ну что, у нас с вами неон, неоновая надпись. В принципе, она на 90% сделана, наша неоновая любовь, светится. Нам нужно сделать пару беленьких бликов. Тоже берем импасту белый рафинад и делаем прям буквально вот где-то. Может быть, где-то не пририсовалась. Немножко прям вот беленьким. Какие-то, может быть, уголочки. Или более ее такую делаем изящную. Ну, прямо совсем чуть-чуть, девчонки, тут перебарщивать не надо, много тоже не надо, и все, и она получается такая вот неоновая светящаяся надпись. Угу. Подсушиваем тоже в лампе. Так, и объемная любовь. Я хотела сделать ее такой прямо карамельной. Мы ее сейчас возьмем и всю закрасим разными цветами. Она у нас будет и объемная, и цветная одновременно. Поэтому она у меня такая не очень прокрашенная. Да, вообще, знаете, ну, очень прикольный эффект на самом деле. Получается так, нет, желтый не хочу. Наверное, также вот мадемуазель возьму. Еще вдогонку. И здесь также. И еще надо персика куда-нибудь продублировать, чтобы он не был одиноким. И можно еще сиреневый чуть-чуть тоже продублировать. Вот, теперь возьмем кисть для градиента и прям перемешаем вот так вот все по-мокрому. Чтобы оно все смешалось. И заодно, где у меня излишки, там я сейчас излишки все уберу. Когда на кисточке много, протирай. И тоненькой кисточкой можно немножко, во-первых, разбиваем пузыречки, да, если они такие таковые у нас получились. И видите, у нас рельеф остался, и за счет того, что он был белый, немножко подстекает гель-лак с барельефа вниз. Да, скатывается. И за счет того, что он был белый, он не теряется. Но носить это вообще никак не мешает. Ногти он не задевает, ничего с ним не случается. Получается, как такая объемная наклеечка. Так, это у нас готово. Это я уже перекрыла матовым топом этот типсик.
за кадром. Он тоже готов. Да, получилась у нас любовь сегодня графичная, любовь неоновая и любовь объемная. Объемную любовь мы также покрываем с вами матовым топом, потому что под глянцем все очень сильно бликует и эффект немножечко теряется. Поэтому мы сделаем матовую поверхность. Старайтесь не жирно перекрывать здесь матовым топом, чтобы не потерялся барельеф. А то если зальете с выравниванием, да, так густенько, то вся вот эта вот наша барельефная красота, она вся пропадет. Ой, закрыла. Сейчас. Угу. Поэтому перекрываем не густо, да. Не густо, все-все-все. Но тоненьким слоем сушим. И, как обещала, давайте сложим с вами всякие разные сетики. Посмотрим, с чем это можно сочетать. Знаю, что для многих это важно. Не всегда получается что-то показывать. Но часто пишут, что было очень полезно, потому что не всегда ясно, что как с этим сочетать другие ногти. Для этого у меня есть вот такая вот штучка. И я на нее монтирую уже ногти. Допустим, это у нас будет большой пальчик. Да, что с ним можно? Ну, во-первых, как я уже и говорила, любые однотонные сочетания всегда будут выигрышно смотреться. Любые однотонные сочетания всегда будут очень хорошо смотреться. Вы можете, например, вдогонку к вот этим всем мазочкам на основном ногте, да, на котором дизайн, вы можете сделать вот такие вот разноцветные, но пастельные ногти остальные. Будет очень симпатичненько. Да? Если это, например, сделать мизинцем, да, то можно, например, еще сделать какой-нибудь вот такой вот градиентный ноготь, который тоже, как я уже и сказала, будет всегда, ну, то есть это на 5 ногтей, например, будет всегда тоже актуальным. И если у вас клиент такой с озорным настроением, веселенький, вот хочется ему так вот такой нежности конфетной, но повеселее, можно предложить вот такой вариант. То есть один ноготь вы делаете дизайн, дальше градиент, а следующий просто, например, разноцветный, но в этой же всей пастельной цветовой гамме. Что еще можно сделать? Можно сделать, например, несколько ногтей. Допустим, сейчас покажу. Сейчас. Вот. Можно сделать с песочком, например. Уйти в голубой. Например, вот так. Вот так. Можно даже вот так. Допустим. И можно, например, вот так. На 4 ногти. Можно уйти в голубой и надпись повторить шармиконами, например, на соседнем ногте. У вас будет и градиентик, и ручная роспись, и декорация. И, допустим, на второй руке сделать только градиент. Вообще уже без каких-либо рисунков, поспокойней. Сингапур! Привет, Сингапур! Вообще круто! Ой, я так кайфую, когда, знаете, такая большая география, и начинают подключаться совершенно с других там стран. Вот так можно. Можно из градиента взять бирюзовый, и тоже надписи, это уже у нас идет стемпинг, и повторить, например, где-то надпись стемпингом, да, тоже будет неплохо. Есть у меня такой более экстравагантный еще вариант, например,
Например, можно вот так вот сделать. Вот такую сделать штучку. Угу. Можно сделать еще, например, вот такую. Вот такого соседа можно сделать. Сиреневый, например, такой вот уйти. Тоже будет прикольно, мне кажется, смотреться. Да, можно какие-то, опять же, графичные вот такие штучки добавить на соседнем ногте. Например, вот так вот в розовый уйти. Да, белый с черными надписями, с любыми тоже тут будет хорошо, актуально смотреться. Так, что касается у нас любви, которая неоновая, да, с неоновой, что будет хорошо смотреться. С неоновой бы я подобрала что-нибудь немножечко поярче. Допустим, бы, может быть, ушла, вот уже пошла в какие-то такие вот яркие яркости. Допустим, вот так. Так, что тут у нас еще такого есть интересного? Может быть, где-то... О, давайте вот так сделаем. Вот так, например. Вот так можно, то есть, чтобы что-то черное было. И, допустим, закончить чем-нибудь светленьким. То есть, черный сдвинуть только на вот как раз акцентный вот этот ноготь. А остальное подуспокоить и оставить такую легкую графику можно. Да, можно, конечно, вообще пойти в другую степь и сделать вот такое вот, например, что-то с желтым. Сейчас. Например, вот так вот с желтым. Пустим вот так. 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 И, например, вот так. Вот так можно сделать с какими-то подтеками. И добавить, например, желтого, уйти в желтый. Вот так прикольно, мне кажется, вообще получается, да? Так, можно, конечно, не борщить и не вводить много цветов новых. И, допустим, начать просто с черного. Можно добавить какого-то объема к черному. А закончить также желтым. Тоже можно. Можно еще сделать вот такую вот штуку, мне кажется, сюда. Очень будет прикольно. И, допустим, сейчас. Допустим, закончить вообще поспокойней, да, такое все черное сделать. А, так, что мы еще тут можем придумать? Можем, например, вот так вот сделать. С линиями тоже будет прикольно. Здесь можно не борщить, здесь можно вообще просто черный оставить, однотонный. Просто сейчас вот на из моих компаньонов, которые я обычно выбираю, подбираю, мало тут просто однотонных ногтей. Но, повторюсь, однотон всегда очень актуален в любом виде вообще абсолютно. Да, здесь можно, например, вот чего-нибудь вот такого розовенького найти. Но сейчас что-то мне тут ничего розовенького не попадается. А, кстати, вот, можно вот так сделать. Можем закончить такими блесточками. Кому это борщ уже? Борщ, борщиной. Не, ну это мне не нравится. Вот я бы вот розовый просто, не такой вот фуксию взяла розовую, однотонную. Но у меня нет фуксии сейчас здесь однотонной розовой. А, хотя вот что-то похожее есть. Вот такой вот можно с этих сделать, тоже будет прикольно. Ну и, конечно, такое, кроме неона, да, у нас сегодня еще с вами на повестке дня вот такой вот ляляшный и конфетный типсик с объемной любовью. Ну, естественно, в
все, что вот такое вот тоже вкусняшненькое, ляляшненькое. Зачем? Ляляшненькое. Такое прямо, девочки-девочки. Маршмеллоу такое, да? Здесь, конечно, классно будет однотон, поскольку здесь очень идет мягкий дизайн, практически незаметный, такой очень нюансный, да? Не конкретно что-то нарисовано, а вот оно таким плавным силуэтом выступает. Я думаю, что здесь вот все это буйство красок, которые я обычно прикрепляю, оно вообще здесь не актуально. Здесь, конечно, прям самое вот самое будет однотонное покрытие. Можно каких-то ногтей побольше сделать, каких-то поменьше, и вообще легкий-легкий акцент на вот этот ноготь с дизайном будет самое-самое то. Можно без розового, можно вот так оставить, да, сместить на безымянный пальчик вот этот ноготочек с дизайном. Но ничего голубого, я думаю, здесь, ну, хотя можно, конечно, пофантазировать и с голубым что-то, но мне кажется, вот здесь прямо просто взять эти цвета и все, и баста. Ничего больше прям вот не надо придумывать. Либо можно, например, сделать такой, знаете, акцент на, допустим, трех ногтях, а все остальное покрыть вообще просто нюдовым бежевым. Это будет прям, вот знаете, легкий-легкий-легкий дизайн с акцентом такой нежный-нежный, прям воздушный и очень такой ненавязчивый. Я думаю, что любой может клиент с таким проходить и будет очень комфортно себя чувствовать. Да, не будет никогда, что, божечки, я с этим еле отходила, вообще еле дошла до твоего кабинета. Я думаю, что здесь будет прям такое спокойствие, умиротворение, любовная любовь и все такое. Так, ну что, девчули, наш эфир подошел к концу. Сегодня мы с вами рассмотрели такие прикольные варианты, я считаю, да, графичные, где-то более такие дерзкие с надписями, где-то, да, потемнее, ушли в ночь. И вот такая у нас получилась любовь, очень разная и нежная, и более дерзкая, и такая более граффити-любовь. Надеюсь, вам это было интересно. Я думаю, что это как раз такие очень стильные дизайны, которые подойдут стильным девчонкам, которые следят за трендами и за модой. И думаю, что это все пригодится вам в работе. Конечно, можно все, что касается любви, да, и слова love, заменять совершенно другими словами. Берите обязательно именно техники, потому что вы можете написать что угодно. Да, заложить вот этот объем какой угодно, нарисовать буквы какие угодно и получать новые совершенно варианты. Спасибо, Анна, за этот эфир. И вам спасибо большое, что вы смотрели, что вы интересовались, что вы живо со мной общались. Я была очень рада провести для вас эфир, показать для вас эти дизайны. Всех вас люблю, обнимаю каждую. До встречи в новых эфирах. Пока-пока.